Привет, друзья! Это дерево Бакаут, дерево жизни, которое тонет в воде. Ой, дерево жизни, не знаю даже, почему оно названо. Скорее всего, что из него делают, из эфирных масел делают лекарства для астматиков. Плюс используется в парфюмерии. Это очень тяжелое, плотное дерево, железное дерево, которое тонет в воде. А в советские времена делали подшипники для кораблей. А бруски с косичками, поэтому и ценник снижен до 1000 рублей. Вот здесь получается. Немножко вот потом патины покрывается. От такого зеленого коричневому цвета переходит. Пахнет оно, конечно, бомбически. Я думаю, что не зря парфюмеры его используют. Ну и, конечно же, на рукояти для ножей. Это я спиртом прыскала, поэтому разводы такие. Рукояти для ножей очень часто используют, нательные крестики делают, так как это очень, ну, не аллергично, приятно телу, как говорится. Вот эта фирменная елочка рисунка, конечно, она вообще красотища. В общем, нужно будет по оценке, получается, по 1000 рублей за брусочек. Обращайтесь.